Today, my video will be in English. I hope that all of you will understand me. Couple days before, I got a letter from one of Russian ladies, and she asked me what she have to do, because she got message from the man with whom she has communicated during the last couple months, and she planning to visit him here in the United States, but he told her that he didn't see any opportunity to meet soon because she can't speak English that well as he want to, and he expects that she have improved her English and only after that they can meet. So she asked me, should she continue to have relationship with him or should she stop to do that? Если вы смотрите до сих пор мое видео, я надеюсь, что вы понимаете, что сегодня идет разговор об английском языке. Нужно ли знать английский язык для того, чтобы вы могли общаться со своим мужчиной? Очевидно, конечно же, да? Если мы хотим экспресс выразить себя, нам необходим язык коммуникации. Я здесь наблюдаю очень много пар, когда женщины приезжают с очень низким знанием английского языка, и уже здесь, в стране проживания, они читают, общаются, ходят на курсы, берут частные уроки. Ну, у каждого свой способ изучения языка. Но то, что знание английского языка необходимо, это однозначно. Даже не только для коммуникации с мужем. Нам нужно читать законы, чтобы обезопасить себя. Читать, разбираться, понимать, что будет происходить, например, при разделе имущества, при смерти одного из супругов, как защитить свои права, как, в конце концов, выбрать лучшее предложение на рынке, где предлагают вам услуги по электричеству или по газу и телефонной связи и так далее. Вопрос, может ли мужчина отказать вам в отношениях, если у вас слабый уровень английского языка? Может, имеет право. Он ведь тоже выбирает себе партнера, и у него есть тоже свои требования. И мы к ним должны относиться с уважением. Ведь не только мы выбираем, но и мужчины выбирают. У них точно так же могут быть свой какой-то лист качеств, которыми он описывает идеального партнера. Поэтому неважно, в каком городе, в какой стране вы проживаете, важно лишь одно. Если вы решили, что вы хотите выйти замуж за иностранца, ну делайте уже хоть какие-то шаги. Не только используйте переводчик, транслятор для того, чтобы начать общаться. Ходите на курсы. Нет у вас денег? Интернет сегодня предлагает массу бесплатных возможностей. Всевозможные сайты, уроки. В конце концов, смотрите фильмы на английском языке. Слушайте песни на английском языке. Пусть ваше ухо привыкает к звучанию новой для вас речи. И тогда ваши коммуникации с мужчиной будут проходить намного веселее, живее. В конце концов, и вы сможете избежать той массы конфузов, которые возникают при слабом знании английского языка. I hope you understand me, dear ladies. I hope you understand my main message today at this video. Don't sit and wait for somebody who will say to you only just you're so beautiful and doesn't matter do you know English or not, I just want to keep you and invite you to live with me and get married with you. It could be, but it's like some kind of fairy tale. So my proposition, start to learn English day by day, step by step, and hopefully you will be successful. That's it. See you soon. Bye. Ну а теперь не забудьте подписаться и поставить лайк. До встречи!